Достижения страны за годы независимости в цифрах и фактах. Мы продолжаем цикл материалов под названием «Новый Казахстан». В этом выпуске речь пойдет о морском транспорте. Ежегодно через морские порты проходит до 5 миллионов тонн груза. Моя коллега Гульнара Муксинова изучала данные статистики. Морской транспорт Казахстана динамично развивается. В среднем через морские порты ежегодно перемещается около 4-5 миллионов тонн груза. Морской флот Казахстана представлен национальной компанией «Казмортрансфлот». Единственный международный морской торговый порт Казахстана – порт Актау. Через него ежегодно проходит около 11-12 миллионов тонн грузов. Порт Актау является одним из самых современных портов в Каспии. В общем объеме грузооборота на Каспийском море доля морского порта Актау составляет более 30%, а пропускная способность порта более 16,5 миллионов тонн. Традиционными грузами являются нефть, зерно, металл и контейнерные грузы. В настоящее время идет активная работа по увеличению портовых мощностей. Автоматизируются производственные процессы по обработке сухих и паромных грузов. В 2012 году введен в эксплуатацию центр обслуживания клиентов, работающий по принципу одного окна. Он позволил сократить время по оформлению документов с 6 часов до 45 минут. В работе проект расширения порта в северном направлении, предполагающий строительство дополнительно 3 сухогрузных терминалов мощностью до 2,5 миллионов тонн в год. По данным на 1 января 2014 года, под казахстанским флагом зарегистрировано более 290 судов. Сегодня 8 отечественными танкерами в среднем ежегодно транспортируется более 80% нефти, перевозимой через морской порт Актау. В конце 2013 года были введены в эксплуатацию 2 сухогрузных судна.